Раз, два, три. Так, привет всем. Приглашаю вас, так сказать, на свой стрим, который сегодня у нас будет Baldur's Gate благодаря Кате Сихме. Сладкий дестрой, привет. Доброе утро. Аве, привет. Катя, привет. А можно за 1500 очков отменить игру, а не заказать? А поподробнее? А вы, ого, не ожидал. Я сам не ожидал. Так. Ну чё, я так думаю, что мы начнем с начала. Ну, играть с середины. Я как бы игру еще до конца не прошел. Будет не совсем, наверное, интересно. Давайте пройдем весь этап от создания персонажа до начала игры. Сейчас решим. Ну, давайте самый простой вариант выберем. Может, есть предложение, за кого сыграть? Тут у нас вступление, синематик. Жесть. Ну, синематики тут на высоте, конечно. Показали, что в каком-то таинственном месте нам какую-то хрень подсадили в голову через глаз. Так, у нас тут куча, значит, биография. Это мы будем играть, если выберем какую-то уже заготовленную компанию. То есть вот эти вот все персонажи, которые здесь у нас показаны, они все представлены в игре. Мы их можем встретить как спутников. Но можем отдельно отыграть прямо за них. Я думаю, мы надо своего создать кого-нибудь.
Убирать никого не будем. Ну что, есть предложение-то, за кого сыграть-то? Вот здесь, значит, можно эльф, тифлинг. Ну, тифлинг это полудемон такой. С рогами, хвостом. В мире ДНД. Дроу это темные эльфы. Человек. Гитьянки. Дварф. Полуэльф, полурослик, гном, еще меньше вот такой вот, драконорожденный, полуорк. Ну раз предложений нету, сам выберу тогда. Сильно заморачиваться не буду, чтобы долго не создавать персонажа. Посмотрим, за кого. Так, понятно, стример там потихоньку от нас играл в Балдур, но не тут-то было. Ну да, я уже часов 40 наиграл. Правда, только первый акт еще закончил. Бери бретонца полукровку и сделай красивую девушку с четвертым размером. Тут, кстати, нельзя регулировать размер груди. Это, между прочим, огромный минус. Вот подойдет, наверное. Или драконорожденный. Драконорожденный. У них, кстати говоря, у всех тело у всех одинаковое. Головы только разные с украшениями. Тело я посмотрел, не особо настроишь. Хвостом. Давайте полуэльфа сделаем. Ну это так сказать. Два нормального телосложения и два крупного. Женщину, мужчину. Давайте женщину, мне тоже женщина нравится. Меня, так скажем, камин-аут такой, мне нравятся женщины. Простите меня, пожалуйста. Так, значит, три варианта еще. Тут, короче, не все так просто. Высший полуэльф. Лесной полуэльф. И полуэльф дроу. Мне нравится высший полуэльф. Не, в Baldur Gates можно как за кого угодно, там любой ориентации быть. Ничто не возбраняется. Бодибилдершу. Да ну не хочу. Давайте, пусть будет красивая.
Бодибилдер же не наш выбор. Лесной? Вот такая была, с веснушками. Но прическу можно наладить. Прическу поменяем, можно сделать, будет не учительницей. Я тоже когда-то рыженьким был, теперь уже наполовину седой. Ладно. Лесной эльф. Скорость передвижения увеличивается на 1,5 метра. У этого что? Огненный снаряд. И пляшущие огоньки действия. Нам что-нибудь отвлечение какое-нибудь. Вот такие. Нет, вот это, наверное. Так, жрецом мы не будем. Давайте сделаем паладина. Как всегда, паладин — это имба. Ну, круче только, наверное, это друид. Можно друид сделать. Короче, классов, смотрите, сколько. Варвар. Давайте все посмотрим. Варвар. Ну, это просто неубиваемая машина смерти. Бард. Ну, это боец поддержки. Жрец — это типа немного ДД, но в основном это баф, дебаф, отхил. Друид. Может превращаться в паука, в медведя, вот как раз того самого. Ну и всякие там пользуются силами природы для того, чтобы наносить урон и защищаться. Воин — это просто воин, как говорится. Тяжелая броня, двуручный меч. Свою игру прохожу за полуорка, и он у меня варвар. Так, монах, ну я вот не знаю, монаха не пробовал, но, по-моему, это тоже ДД с упором в бездоспешный, безоружейный бой. Паладин, поддержка, танкование, отхил, все вместе, короче, урон. Следопыт — это у нас дальние атаки. Через лук. Плут у нас инвиз, стелс, вскрытие любых замков и ловушек. Да? А ты за кого отыгрываешь? У нас вот три варианта волшебников. Чародей, колдун. Ну, чародей — это что-то такое, я даже не знаю. Они вот три мага. Я так понимаю, что волшебник — это добрый вариант мага. Колдун — это который с темными силами вступил в сделку, и они ему за это дали силы. У него там всякие проклятия там и все такое. А чародей — я не... Короче, сложно сказать, очень сложная система. Может, тоже какая-то магическая хрень. Ну, колдун — это чернокнижник, да, там всякие.
Ну, видишь, написано, связан договором со своим всемогущественным покровителем. А всемогущественный покровитель, он будет из 9 кругов ада. Ну, то есть, это демонический колдун такой. Волшебник, мастер магии. Ну, один из самых мощных дамагеров в игре. Правда, ему требуется раскачаться, чтобы стать чем-то действительно значимым. Он, говорят, до 5 уровня туда-сюда, с 5 у него начинает открываться потенциал, к 12 уровню он просто пушка, он уничтожает все там. Ну что, за кого будем играть? Есть предпочтение, за кого посмотреть хотите? А, весь чародей, значит, получил дар в наследство. Волшебник, он развивал свое это все дело. А колдун, он через покровительство с темными этими силами. То есть колдуна? Да, в принципе, можно. Я, кстати, хотел посмотреть его, как он вообще... У меня в пати есть колдун по сюжету, но я его еще пока особо не пробовал. Можем попробовать. Давайте колдуна. Ну, здесь без разницы. Фокусы — это то, что мы можем использовать. Ну, это сложная система, давайте я сейчас об этом не буду. Ну, фокус — это, так скажем, постоянное умение. У него же есть ограничения, не как в Elder, то есть не как у нас в Elder Scrolls Online, там стреляй, пока маны хватает. Тут должны же быть какие-то ограничения, то есть у него есть определенные, у любого магического класса есть, да и у любого другого есть ограничения на ежедневное применение, скажем так. Им периодически требуется отдыхать в лагере для того, чтобы восстановить свои умения. Ну и, собственно, таким образом еще и социальная часть добавляется в игру, поскольку в лагере тоже происходит много интересных всяких событий, диалогов и так далее. А то, если бы не надо было бы в лагерь ходить, то и как бы целая часть игры бы выпала. Подкласс Бестия. Так, Бестия — это колдуны на службе у Бестии заняты. Так, колдуны на службе у бестий заняты, вольно или невольно, сквернением и разрушением, а взамен получают благословение преисподней. О-хо. Так, великий древний. Колдуны на службе у жутких существ из дальнего предела, чьи цели недостижимы, наделены невероятной властью над энтропией и разумом. Контроль, что ли? Ну да, это контроль. Архифея. Владыки феи одарили вас своей милостью, и теперь в вашем распоряжении все роскошные и странные особенности их невероятного царства. Ясно. Значит, архифея — это у нас контроль и бафы. Великий древний — это контроллер. Бестия — это дамагер. Давайте за дамагера уж поиграем. Колена не определили. Тут еще теперь происхождение, кем мы были по жизни до данной ситуации. Послушник, шарлатан, преступник, артист. Ну, это тоже дает какую-то такую, скажем так... Во многих диалогах у нас будет проверка на то, на наш предыдущий опыт. Мудрец, вы любопытны и начитаны, у вас не иссякает жажда новых знаний. Познавая тайны мироздания, вы исполняетесь решимостью употребить эти знания на великие свершения. Пускай. Навыки, магия, история. Они, кстати, постоянно проверяются, что магия, что история. Так что это хороший выбор.
Я плохого выбора тут нету. Это я вообще не трогаю. Внешность будем менять как-то. Вроде голова, ничего. Можно татуировок надобавлять он всяких. Причесок здесь, я вам скажу, просто офигеть сколько. А длину-то вот как, вот так вот. Примерно в каком направлении двигаться? Длинное каре какой-нибудь. Ну, кстати, неплохо, но я, так сказать, вам доверюсь. Но мне не нравится вот так вот. Тут вообще так-то вот навалом этих причесок. Вы сразу пишите «да», я так буду, как говорится, паузу небольшую брать, или «нет» там. Если молчите, значит «нет». С дредами. Афро. Да, вообще тут как бы, да, с лицами-то все в порядке, правильно ты говоришь. Я как бы вот короткие пропускаю вариант, это смотрю только длинные. Длинные кудрявые. Есть вот такое вот. Вот прям уж прям как принцесса такая. Ну чё скажете-то? На Катю похоже. Инрил. Ну вот видите. Ну, можно настроить тот цвет волос, конечно. Так, ну вот это. Рыжий? Ну это уж совсем как-то ярко. Ну, смотрите, 5 вариантов рыжего от самого яркого. Мне вот больше нравится в темной, ну как скажете. Вот 5-й или 4-й? Вот так вот, да? Рыжая бестия. Тут есть вот мелирование, я вообще не знаю, что это такое, но я так понял, что это какой-то оттенок можно придать. Отлив, чтобы был. И вот он, видите, добавляет. Вы-то должны знать, девчонки, какой выбрать-то.
Что за милирование? Я вообще в жизни такого ничего не милировал. Это мы еще очень на коротке, как говорится, настраиваемся. Я тут первого-то персонажа создавал, я пока все прически не примерил, тут, конечно, не сдвинулся. Это когда некоторые пряди прокрашены. Белый. Вроде белый, написано нейтральная седина. Too much, да? Нет, это русы есть. Нет, тут как-то много, да? Серо-желтые. А вон тут сколько? Серый, сливочный, белая седина, нейтральная седина, сине-зеленый, русый, светло-пепельный. Красный? Какой вот красный? Вот такой? Или такой? Тут у них вон 5 вариантов. Вот такой. Прибавлять. Вот можно вот на максимум, конечно. Говорите, насколько. На нуле ставить или на десяточку. 10 это минимум. Посмотрим еще варианты. Вот так как-то поярче становится. А привет всем, кто только что подключился. Приятного просмотра. Ну все, одобряем, да? Седины нам не надо. Так, татуировки на лицо будем наносить. Не знаю, вот такие. Я небольшой любитель, конечно. Это вообще такой Дарт Мол. Еще сделать это красным. Угу, это ж, это по поводу чего? Может, что-нибудь есть нейтральное? Зеленого цвета. Давайте выберем что-нибудь. Вот что-то. Ну что, нравится что-нибудь? Вот это вот. Вот такая вот.
Вот это. А вот это вот. Вот такая. Цвет как? Темнее, светлей. Вот зеленый 3. Предыдущий ты имеешь в виду вот эту? Ну, вот так-то да. Мне, кстати, вот этот вариант больше нравится. Да пускай она с Катей определит. Она у нас тут заказывала. Или с нами согласиться, уж как ей угодно. Давайте с глазами посмотрим. Кстати, вот зеленый выбран-то. Кстати, знаете, что такое гетерохромия? Я только благодаря играм и узнал, что это такое. Темно-зеленый. Адский зеленый. Ну, прям как по классике, рыжий с зелеными глазами. У меня, кстати, то же самое. Раньше был рыжим. Глаза зеленые. Ну, такие серовато-зеленые. Вот есть зеленое пламя еще такое. Это тоже как-то... Ну, это вот тогда вот это... Как вот вам такой вариант? Или посветлее сделаем? Надо уже вообще. Это не зеленый. Это тут был адский зеленый. Какой вариант? Вот так вот. Или... Окей. Ну, гетера, вот эта хромия, это она, то есть глаза разного цвета будут. Вот так вот. По-моему, довольно редкое такое явление. Все, оставляем, одобряем. Так, с макияжем чего? Варианты, смотрите.
У нас сейчас такой. Вот этот. Ну да, здесь такими завитушками. Ну здесь какое-то, да, такое видно, что что-то демоническое такое во внешности. Я в глаза, конечно, сделал бы немножко понейтральнее цвета, но раз девчонкам нравится, я не против. Сейчас давайте вот этот вариант еще посмотрим. Ну нет, это как-то too much. Это было. Нет. Вот это, наверное, поинтереснее было. Вот этот-то, ну да, мне тоже что-то кажется. Так. Не надо. Ну вот так вот. Нормально. Так, что там у нас? Катя Катерина. Было. Так вот. Вот так вот было. Красное пламя 3. А я выбрал Красное пламя 1. Я не знаю, они вообще практически не отличаются. Ну все, определились. Кстати, вот оттенок губ-то. Интенсивность, уровень металлического отлива, уровень глянцевости и вот куча цветов. Давайте, что вы там думаете? Чуть ярче. А что так он? Это как-то... Ну прямо Барби. Тут, по-моему, кстати, этот интенсивность веснушек можно отрегулировать. А там что, про битые пиксели, про любителей играть в компьютерные игры? Я только слышал про него, если это то, о чем я подумал. Ну все нормально здесь с губами. Что за металлический отлив? Вот это такое вот. Мне не нравится. Уровень глянцевости. Что скажете? Вставляем как есть. Шрамы, возраст, гениталии. Ну ладно, гениталии-то мы не будем выбирать на стриме. Но в принципе это доступно. Какая-то новая мода пошла. С киберпанка еще, наверное.
Ну все, значит, вроде мы как все выбрали. Поехали, значит. Ну, игра начинается. Наконец-то. Сколько у нас стрим уже идет? 47 минут. Ну, нормально так чисто. За 47 минут создали персонажа. Так скажем, коллективно. Еще голос можно выбрать, но... В принципе, не принципиально. Потому что персонаж... Ну, только выкрики какие-то во время боя. Ну, еще иногда он что-нибудь говорит. Но во время диалогов не озвучено. Все, поехали. Имя персонажа. Какое угодно, в принципе, можно. Как назовем? Броня с уроном. Анжелина, прикольное имя. Анжелика, это королева демонов. Арифурия. Что там? Больше вариантов нету. Ну чё, какое выбираем? Двойное имя Ария и Фурия. Ну да, давайте мне. Мне уже играть охота. Ария, Фурия, поехали. Так, нам нужен хранитель. Ну это сюжетная часть. Этот хранитель будет появляться в наших снах. Пускай будет человек тоже. Как будет мужик. Это вообще Геральт какой-то. Прикиньте, у него во сне Геральт будет появляться. Кстати, его тоже можно настроить. Короче, следующие 47 минут создаем... Того, кто является ей во сна. Дварф-мужик. Не, он, девчонки хотят ведьмака. Так, у него же шрамы были. Во. Он помнит точно, какой шрам был у него. Вроде что-то вот такое, да? Вот так нормально или вот такое вот? Так, борода, по-моему, не побольше у него борода-то была. Не, ну это too much. Кто помнит, какая была борода у Геральта? Ну пусть вот такая вот классическая. А кстати, да, то похоже на 300 у нас получилось. Ну, это да, вообще. Сейчас мы будем отыгрывать. Или щетина. А есть щетина там вообще? Легкая небритость. Такой вариант. Но это уже совсем бритый.
Может, похудее его сделать? А вам как, вот такой вариант больше нравится? Или чтобы лицо поболче было? Вот так. Все, даже не знаю, что тут еще. Возраст. Старше, может. Глаза не знаю, какие у него там были. Желтые. Желтые. Так, не нормально. Что-то из это изумрудный. Топазовый. Где желтый? Вот адский желтый. Как вот такой вариант? Или чуть потемнее? Ну что? Вот так вот. Тут, по-моему, вот яблоко-то оно плохо отрисовывается. Броня, короче, не настраивается. Прическа, борода все устраивает, да? Волосы-то все те же самые. Сейчас еще Геральта 40 минут будем настраивать. А вам только все, спасибо, стрим закончим. Желаю всем хороших выходных. Чего, какую прическу-то хотите? По-моему, вот это нормальная. Андеркат такой. Хотите что-то другое? Прическу с хвостиком маленьким. Давайте посмотрим. Но это не маленький, это вообще такой этот, так сказать, самурайское что-то. Не. Это уже что-то женское пошло. Уже вот так вот, например. Или вообще такой панк такой. Надо вообще не Геральт тогда. Такой пучок. Так. Хвост мангуста. Главное, чтобы не скунса. П.
печеные булочки. Вот такая прическа. Печеные булочки. Орочий штопор. Ну хз, я что-то не помню, что борки так ходили. Да какой-то навет на нас тут вообще. Жуткий поклеп, я бы сказал. Вот так. Но это если мы решим сыграть за какого-нибудь представителя каких-нибудь ориентаций, то тогда да, вообще идеально. Смотрите, римская такая. Так, где ж тут маленькая? Наверное, тут короткого хвоста-то, наверное, не знаю. Отважное сердце. А тут красавчик. Не Геральт, конечно, но мужик, что надо. Вот так вот. Ну да, еще такой типа. Айвенга. Сейчас, наверное, все девушки вздохнули сразу таки. Такой седой король такой. Нет? Да? Ну ладно. Вот это вот. Тоже красавчик. Так, само собой, там все эти... Ходили все с длинными волосами. Вот такой тоже вот, вообще мне нравится такой. Я тебе скажу, что не то, что в старые времена, еще в 70-е годы, во времена молодости моего отца, там с длинными волосами ходили и в брюках клеш. Так что что там? Какую тут, а? Когда я первый раз сказал про рыцарей? Важное сердце есть. Вот такую. Или такую. Ой, сейчас драка начнется, да? Сейчас будет драка, я чувствую. Вы меня просто рвете на части. Ну чё, все согласны? Тая. Fight. Two frogs left. Да. Вариантов еще, конечно, да, вплоть до того, что можно сделать вот прическу, как будет у нашего главного персонажа, а не вспомогательного. Кстати, вот эта прическа называется «Дикая кошка», которая у нас у персонажа, ну вот у женского. Цвет волос, все в порядке. Да, давайте уже играть. Может, не такой старый. Ч
Че он старый-то совсем у нас? Вот так получше будет. Все, поехали. Кто уходит и летит, да? Так, у нас чародей. В смысле, труп лежит. Кстати, со звуком-то все нормально у нас. Прикиньте-то, у них такое средство передвижения. Вот это город как раз Baldur's Gate. Врата Балдура. Спароу, привет. Добро пожаловать на стрим. Как инопланетяне, похищение. Видите, людей похищают. Потом превращают в таких же, как они. Это их заклятые враги, гитиянки. Но это вообще по лору ДНД. Заклятые враги эти ктулхоиды. План. Тут же очень много планов, как в, ну как Обливион. На них разные живут эти существа. Я так понимаю, что это он сейчас по всему Фаеруну перемещается. Во владение демонов переместился. Да, тут синематики, конечно, мощно сделано. Ну вот, сейчас в игру вступаем мы. Значит, эти корабль этого Элитида в 9 кругах ада, и мы просыпаемся. Кстати, мы как говорится, почти дома, можно сказать. Учитывая, что мы играем тут за колдуна. My
бежать с наутилой до задания. Мне читать диалоги или так вам все видно? Лутаем, что тут у нас есть. Скажем так, это у нас вообще, можно сказать, как этот, обучающая такая сейчас часть. Я уж просто знаю, где здесь что находится, поэтому сразу... А так можно тут крутить камеры, смотреть через альт, подсвечивать себе, что тут альт помогает. А, туда побежал. Вот у нас на столе вроде что-то было. Visions project into your mind. A nautiloid hurtling through the plains, resplendent with psionic energy. Длинные диалоги надо читать. То, что сейчас здесь всплывает, это, так скажем, эти, ну, просто какие-то реплики. Диалоги, они будут в режиме паузы. Так и положено. Так, что у нас здесь? Руки Хадара. Оберег от оружия. Позволяет получать половину урона от дробящих, корющих и режущих атак. Ну, то есть от любого практически оружия. Броня. Ладно. Пошли отсюда. Такая бежит прямо чуть ли не по огню. Между прочим, она может загореться. Надо осторожнее смотреть, куда отправляешь персонажа. Я тут как-то помню, бежал, он у меня загорелся. Гоблин. Записи Элитида. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Образы и повадки гоблинов типа всплывают в вашем разуме. Так, нам надо сюда. Короче, такое вообще достаточно адское все дело. Эти товарищи Элитиды были теми еще чертями. Псионическое присутствие. Скорее, пока они не вернулись, они вернутся, давай спаси нас. Вот варианты тут диалога. Боюсь, спасать тебя уже поздновато, говори, что нужно делать. Извлеки нас из этого тела, освободи нас из этого плена, пожалуйста.
Значит, кто говорит со мной, мужчина или мозг? Ну, понятно, что мозг. Мужчина уже тут не говорит. Это все эти технологии элитидов. Они же вот этих вот подсаживают червяков этих вот. Они потом, эти человек, через некоторое время превращается в такого же элитида. Или они вот еще делают этих вот. Ну, сейчас увидите сами. Значит, у нас расследование можно провести, осмотреть открытый мозг, силой расколоть череп, с помощью ловкости аккуратно извлечь мозг из черепной коробки. Давайте расследование проведем сначала. Есть как раз вот эта вот система, она как в настольной игре, поскольку вся игра сделана на настолке. Ну, наверное, знаете, да? Это Dungeon and Dragons, подземелье и драконы. Тут все через бросок 20-гранного кубика. Ну, чтобы мы прошли вот эту проверку, нам нужно бросить больше 10 или ровно 10. Нам повезло. Еще прибавка от интеллекта идет. Ну, конкретно из-за нашего персонажа. Если бы у меня здесь был бы полуорк-варвар, то у него был бы минус к интеллекту. Ты обращаешь внимание на отечность мозга, череп сильно давит в местах соприкосновения. Так, медицина еще есть. Преимущество. Мы владеем медициной. Попытаться извлечь мозг, но очень осторожно, из-за отека его легко повредить. В принципе, у нас вот по силе, вот видите, вот если выберем вариант силы, у нас написано минус один. Ну, то есть это плохой вариант. Мы можем его выбрать, но у нас нет преимущества. Ловкость — это вообще просто стандартный вариант. Правда, мы к нему плюс один имеем. А по медицине у нас преимущество даже вот высвечено. То есть у нас будет два кубика, и мы выберем лучший результат. Значит, выбираем медицину. По-любому мы пройдем это сейчас. Намного. Фильм ужасов. Достав мозг из черепной коробки, ты вдруг осознаешь, что можешь стиснуть его и покалечить. Просто на всякий случай, чтобы он не мог тебе слишком навредить. Так, ловкость. Искалечить мозг, пощадить. Я думаю, ну мы пощадим, но просто я знаю, что лучший вариант здесь будет пощадить. Сейчас поймете почему. Мы свободны. Свободны, друг. Существо вдруг замолкает, прислушиваясь. Что-то у тебя в голове прямо за глазом дергается, словно узнавая. Я не успеваю читать. Можно... Кстати, если не успели прочитать, здесь можно посмотреть историю диалога. Что-то у тебя в голове прямо за глазом дергается, словно узнавая нечто знакомое. Вот это, короче, чудовище, оно признало нас, потому что у нас же внутри тоже чудовище находится сейчас. Вот варианты, кстати, вот смотрите, можно просто, ладно, пойдем. А что там в этой рубке? Я тебе уже раз помогла, больше ничего не могу для тебя сделать. Я пойду, но без тебя. Атаковать мозг. То есть вариативность, сами видите. То есть можно выбрать разные варианты. Ладно, пойдем. Нам нужно в рубку. Пошли в рубку. Этот бедный эльф окочурился. Без мозга жить нельзя, хотя у некоторых получается, но вот не в этот раз. И почему вот я его взял? Можно было его грохнуть, а так у нас теперь дополнительный пет, который будет сражаться на нашей стороне. Причем тут поначалу-то достаточно неплохо и сражается.
далее. Мы начали летим. Драконы нас атакуют. Чудовище, тебе конец. Ты чувствуешь пульсацию в висках, по коже пробегают мурашки. Перед твоим взором проносятся образы: крыло дракона, серебряный меч и твое собственное лицо глазами желтолицевого существа. А, голова раскалывается. Что это? Ты не рабыня, хвала, Влакит. Вместе мы спасемся. Чего ты решила, что я рабыня? А с головы сидит элитидский паразит. Если мы не сбежим отсюда, если не очистимся, наши тела и разумы исказятся и трансформируются. В считанные дни мы сами станем хайками и элитидами. Мы превращаемся в мозгоедов, но можно же ведь с этим что-то сделать. Ничего нельзя сделать, пока мы не сбежим отсюда. И думать сейчас вообще не о чем. Сначала мы перебьем бесов, потом проникнем в рубку и перехватим управление кораблем. А что до этой твари, пока она думает, что мы порабощены, она не станет нам мешать. Возможно, в предстоящей битве она даже нам поможет. Знаю, из меня может быть такой себе озвучивающик. Ну уж как есть. Но, если хотите, могу не читать. Так, значит, вот у нас пошаговые. Здесь все бои идут в пошаговом варианте. У нас три персонажа, которым мы можем ходить. Этот простая атака вообще ничего не может. Этот уже сдох. Давайте нашего чародея проверим. Ладно, спасибо. Так. Да это дохлые черти так-то. Броню так. Наверное, вот это лучше приберечь. А это фокусы, да? Или это действие? Ну чё? Вот она, да. Все, то есть она сходила, то есть два раза не может она там заклинание читать до следующего хода. То есть в следующем ходит у нас вот эта Лаэзель, а потом черти начинают ходить. Доберется? Доберется. Ну вот как-то так. Ты на удивление неплохо показала себя в бою. Я где-то слышал уже это, да? По-моему... Лирис Титанорожденная вечно такое говорит. Там еще эти руки Хадара не попробовали. Я попробую в следующем бою. У нас там будет за место покруче, чем вот это. Это мы здесь, как говорится, только учимся. Там в конце в рубке у нас будет весело. Так, у нас надо блутать все. Еще постараемся там. Это мы все продадим потом. Золото.
Бери все, не отдавай ничего, да? Мы даже не пострадали, хотя здесь даже специальная лечилка поставлена. Но это уж если уж совсем, как говорится. Наша героиня говорит, что корабль не выдержит еще одной атаки драконов. Надо быстрее отсюда выбираться. Ну, это нас подгоняют, на самом деле мы можем вообще никуда не торопиться. Сейчас летим через 9 кругов ада. Это территория, где обитают демоны. Назад, ничего не трогать, если не знаешь, зачем оно. Я как бы и не собирался. Хотя тут можно нажать, наверное, на что-нибудь. Что это она там раскомандовалась? Давайте нажмем на какую-нибудь кнопку. Черт. Как говорится. Упс. Подняли двух мертвяков. А, ну так потом в повторе посмотри. Если будет возможность. Ладно, это было просто. Отступим. Так, где у нас вот? Попробуем руки Хадара, что ли? Такие анимации демонические. Что, не сработало? Не понял, погодите. Что это было? Черт, вы знаете, что я сделал? Блин. Короче, я по этому самому нанес урон. Давайте отыграем это дело. Тут тем более, что автосейв был только что. А то это ерунда какая-то получается. Да, спасибо большое. И тебе спасибо, что заглянул. Хорошего дня. Раньше тебе приходится уходить. Давайте все-таки нажмем. А, у него зона действия, вот умение. Это не дальнее умение, да? 3 метра всего. Ладно, потом тогда. Давайте дальше потусторонним разрядом воспользуемся. Ну и надо сохранять дистанцию. Дальником-то нашим магическим, а то брони-то у них особо нету. Не хватит, да? Где у нас это? Почему ты здесь стоишь? Вот гад. Так, ну у нас здесь можно дистанционную атаку провести.
хватит. Давай добивай его. Нет. Мозг на этих, на лапках. Ну, кто играл в Neverwinter Online, должен знать этого монстра. Там такого пета можно завести. То есть такая достаточно ДНДшная история про мозг на лапках. Всех вылечил. Так, еще один персонаж. Ты вытащи меня из этой хреновины. У нас нет времени на отстающих. Что там, мы бросать никого здесь не будем. Вот у нас, когда здесь два сразу умения, у нас преимущество. Эх, его используем. Проверяем, что за магия там. Защитные руны. Ты чувствуешь, что они заряжаются энергией от консоли рядом с капсулой. Довольно с тебя, нам нужно идти. Пойду осмотрюсь, должен же быть какой-то способ открыть эту штуку. Попробуем то устройство рядом с капсулой. Они что-то делали с ним. Так, я знаю, что надо делать, поэтому мы сейчас сразу это и сделаем. Appear in your mind, a brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. A brain in a jar. Что она сказала? Мозги в банке. I'll give it a shot. Вот ключ. Сколько же народу они перезаражали? Так, я хочу сделать потише диалоги, а то мне это мешает читать. Половину. И летит ска капсула. В капсуле заперта женщина с пустым взглядом. Она не замечает тебя. Сейчас увидишься. Две личинки. В общем, здесь надо еще ходить, все осматривать, лутать. Много полезного можем найти. Вплоть до целого квеста какого-нибудь часов на 10. Прикоснуться к консоли или уйти? Ну что, мы зря к ней подошли. Прикоснемся, конечно. Ты кладешь руку на капсулу и что-то слышишь. Подключенное к капсуле сознание приказывает тому, кто внутри, измениться. Уж я зря это сделал. Ее никак нельзя было спасти, короче. Нам показывают, во что мы превратимся, если не пройдем игру, короче, до конца.
Трансформация по повороту рычага? Как? А ведь если нас не очистят, такой будет и наша судьба. Вот так вот. Новорожденный летит, слабый и ошеломленный, столбенело смотрит на вас. В общем-то, так, ключ. Ключ мы получили. Она он открывает вот эту штуку. Консоль не проявляет признаков жизни за отсутствием лучшего слова. Ударить по консоли, осмотреть консоль, нет ли рычага или кнопки. И вариант колдун, наш классовый. Воспроизвести очертания, увиденные тобой в защитных рунах капсулы. Консоль оживает. Но каково ее назначение? Освободит ли она пленницу или превратит ее в чудовище? Мы уже видели нехороший вариант с прикосновением к этим консолям. Прикоснуться к консоли. Давайте присмотримся к работающей консоли сначала. Проверяем наши навыки. Мне, кстати, вот когда вживую... Вы когда-нибудь видели, как проходят ДНД-сессии? Как люди играют? Ну, чтобы я просто не останавливался на этих нюансах, если вы все в курсе за эту тему. В общем, они тоже там сидят, вот это все кидают эти кубики. Ну, там, в общем, сидит рассказчик, вот как здесь у нас, и он как бы ведет игру. Остальные отыгрывают роль, там, допустим, кто-то вот выбрал роль этого колдуна, и он говорит, я хочу проверить эту консоль при помощи магии. Ну, рассказчик говорит, хорошо, ты можешь проверить, но давай, как говорится, проведем испытание твоего навыка магии в данном случае. И он бросает кубик, если у него этот кубик, как говорится, не срабатывает, как вот тут у нас сейчас, то, значит... идет все по плохому сценарию, допустим. А если срабатывает, то по-хорошему. И так всю дорогу они вот эти кубики кидают. Здесь, в общем-то, это и реализовано, то, что в реале, как вот люди играют в эту настолку. Устройство не похоже на то, которое превратило беднягу в чудовище. Возможно, он открывает капсулу рядом с ним. Много есть, если интересно, есть же вот это вот Viva La Dirt, как это, Лига? Лиг, Viva La Dirt Лиг. Ролики-то, которые мы все смотрим, смешные. Они же, у них, по-моему, роликов 20 или 40. О том, как они играют в это ДНД, можно найти и посмотреть. Может быть, даже с переводом есть. Есть русские, которые русскоязычные, которые играют в ДНД. Я тоже тут. Я периодически смотрю, и интересно там и сюжеты, как бы, и как люди выходят из ситуации, как они что-то там решают, договариваются. Это интересно посмотреть. Внезапно ты чувствуешь, как то, что мерзкое шевелится у тебя в голове. Это паразит. Мерзкое чувство быстро сменяется новым ощущением связи, власти. И летит мудрость приказать капсуле открыться. Видимо, тут вообще очень сложно проиграть. 9.
Ты чувствуешь, как биомеханический мозг консоли обрабатывает твой приказ и подчиняется. Твой разум на миг словно содрогается, ты чувствуешь насыщение. Бум. Добрый день. Ну, наконец-то. Я уж думала, мне конец. Думала, я уже помру в этой треклятой штуке. Спа. Ты рывком погружаешься в ее мысли, она благодарна тебе, но держится на стороже, потому что с тобой гитьянки. Опасные у тебя спутники. Варианты ответов. В сражении именно такие нужны. Ты что-то имеешь против гитьянки? Вот это, кстати, это гитьянки. Это такая же, как те, которые сейчас летали на драконах. Ты тоже почувствовала, мы читали мысли друг друга. Да, это такой вариант. Да, должно быть, это из-за тех паразитов, которые они нам подсадили. Но это сейчас не главное. Сначала нам нужно выбраться отсюда. Позволь мне присоединиться к тебе. Будем вместе искать дорогу с этого корабля, а заодно и прикрывать друг друга. Ну, варианты. Нет, ищи свою дорогу. И мы навсегда теряем этого спутника. И, ну, это, наверное, самый дурацкий вариант, но он тоже есть. То есть, как бы... Берем первый вариант. Хорошо, идем. Я Арифурия. Shadowheart. Минуту. Вот у нас отряд растет. Шансы на выживание увеличиваются. Что, видите, забрала? Что это там у тебя? Ничего особенного, поверь. Довольно пустой болтовни. Нам нужно на мостик прямо сейчас. Она права. Веди. Ну да, она, это жрец, она и хил, и танк, и все, что хуже. Поскакали. На выход. С вещами. Проходим через очередной сфинктер. Тут, да, можно и играть так, что персонажи, каждый выберет своего персонажа и будет, что называется, отыгрывать за себя. Причем диалоги можно, у каждого свои диалоги могут быть одновременно. Но бои там уже совместно проходят. Единственный недостаток, как я понял, это то, что если, допустим, вот ты играл с кем-то, а потом они сказали, ой, ты знаешь, что-то мы, наверное, сегодня не будем играть, то как бы ты не можешь поменять этих... Ты будешь играть с их же персонажами, других персонажей в пати взять не сможешь. Что это такое? Садоводство по-мозгоецки. Ясно. Сейчас я прочитаю. Короче, у них произошла небольшая такая девичья перепалка. Вот эта гитьяночка пытается тут командовать. Дескать, сейчас мы пойдем в рубку и делай, как я тебе скажу. А вот эта, которую освободили, Shadowheart, она говорит, а кто тебя тут назначил командиром? Они ссориться могут и спорить, тут вообще все будет. А вот настоящие демоны. С Селитидом сражаются. Не то что те черти. Раб.
Соедини нервы передатчика, нам нужно уходить и немедля. Делай, что сказано, с Хайком разберемся, когда улетим отсюда. Соедини нервы, соедини нервы. Панс. У нас 15 ходов на то, чтобы отсюда свалить. Мы не просто свалим, мы еще вот этого командира надо завалить, за него ачивку дают. Так, так, так. Вот, я думаю, мы справимся. У нас тут танк. Уходим сначала мы. Хочу поиграть, жаль только, что не могу пока купить игру. Несмотря на то, что не люблю пошаговые. Ну, в принципе, да. Тут я много слышал отзывов, когда люди говорят, да, не люблю пошаговые, но сюжет и все остальное затягивает, становится интересно. Что-то мелочь оказалась круче, чем сами демоны. Не, вот этот-то вот здоровый, вот он стоит командир, то у него 105 здоровья, а у нас он 15, если чё. Так, кого мы будем гасить первым? Давай. Вот этот вот мозг, мы могли бы его уничтожить, но видите, мы его спасли, и с ним нам теперь проще проходить. Так, ну... Тогда пускай дальше идет. Аж вот это вообще загасить. Этого Shadow Heart возьмем. Давайте с дальней атакой. Готов. Мы сейчас вот до сюда дойдем. Наверное, нам сейчас нападет на нас. А может протупит, нападет на Shadow Heart. Да. Мелкий адский кабан. Нормально слышно, да я? Видите, вот эти серым конец хода, дальше ходит кабанчик, а потом опять мы. Да, музыка мне тоже нравится. Так, ну все, мы закончили. А, вот видите, он не дурак. Напал, как говорится. У нас дополнительные очки здоровья, благословение темного. Сейчас мы будем делать больно этому кабану. Ведь она может лечить вот это Shadow Heart. Броню усиливать. Ну и дамажить, соответственно. Так, мы это оставим для командира. Давайте какой-нибудь фокус применим. Вот так называемые эти. Их можно сколько угодно использовать. Кабан пожарен. Прошу к столу. Нам надо вперед рвать, потому что у нас, если вы заметили, всего 15 ходов до того, как мы провалим эту миссию. Мы можем вообще просто мимо пробежать и закончить эту главу, но я предлагаю разобраться с этим товарищем, командиром. С него хороший лут падает. Поэтому мы должны это сделать. Мы сделаем сейчас это. Вот мы используем рывок. У нас увеличивается проходимость. Мы успеем все сделать. Командира завалим и сбежим. Шашлык. Блин, а что ему не залутали-то? Кстати, это еще может ходить? Ну-ка. А ничего нету. Тут еще есть такие
движение, как спрятаться, прыгнуть или оттолкнуть. Допустим, если стоит черт, например, на какой-нибудь, или, ну, грубо говоря, в данном случае черт. И вообще черт какой-нибудь стоит около этого обрыва, его можно спихнуть, и он свалится, и все. И несмотря на то, что у него там 105 очков здоровья, он просто упадет с обрыва и помрет, если там очень большая будет глубина, как говорится, высота. Так, мы не можем ходить. Все. Берите поле. Я сюда его проведу. Просто я немножко знаю, что будет дальше, поэтому у нас будет тут. У нас тут будет атака. Сейчас будет разрыв тканей. 50% шанс, что мы нанесем кровотечение этому черту. Вот мы промахнулись чудесно. Урона не нанесли вообще. Ошеломляющий удар. Ух ты, критический. Вот это хорошо. Но всего 2 очка здоровья сняли. Ладненько. О. Ну, пускай стоит так. А что у нас с этой? Мы ее вот сюда выведем. Временных очков здоровья, это потом. Нормально. Наверное, надо встать с ним на одну высоту, чтобы получить уровнять шанс. Потому что он типа выше, из-за этого у него есть шансы на уклонение. Нормально, только еще один ход прошел. Ну да, вот сколько? 105, 95, 10 очков снял. Это нормально, кстати, для первого уровня. Это очень хороший такой показатель. Смотрим дальше. Тут нам Лишь он все говорит, наплюй на, демона, наплюй на демона. Но я вам скажу, что с него меч падает, вот этот вот. У меня персонаж орк, варвар, прокачался уже до 5 уровня. И до сих пор не нашел чего-то более крутого, чем этот меч. Поэтому получить его на первом уровне, это вообще классная история. Если мы сюда встанем и отсюда жахнем, нет, все равно 50%. У него просто, видимо, по статам здесь можно осмотреть, у него есть устойчивости. Уже бестия. Критуем. Хорошо. Ну я так ближе к этому к переключателю продвигаюсь. Поспеши, пока они не нанесли удар.
Удар они нанесут только через 13 ходов. Мы успеем. Здесь, чтобы туда добежать, это, ну... Останется 5 ходов. Тогда мы туда ломанемся. Я думаю, даже 4 хватит нам. Так. Лаэзель. С двуручным мечом. Ты можешь нанести кровать? Так, уже не можешь, да? Это плохо. Что, обычными атаками вам, что ли, его душить? Нормально. 67 очков же, можно сказать, половину сняли. Здесь ничего нету, да? Пора уже. Давай, Shadowheart, порадуй папочку. Блин, ну какого хрена ты промахнулась? Своей, можно сказать, ультой. На данном этапе. Да, хоть щит веры на кого-нибудь посадим. К примеру, на это. Тут еще, видите, черти? Ну, эти дохлые, они на один удар. Так, кто у нас не сходил? Сходил. Shadowheart. Надо провести будет с ней воспитательную беседу. Какого хрена она не нанесла 24 урона? А если бы еще кританула, так вообще бы все было бы по красоте. Но, видимо, у нас и так все более-менее нормально складывается. Так что... Ладно, и так справимся. Кстати, странно, что мимо него так можно спокойно пробежать. Обычно они не дают пробегать. Ну, видимо, из-за того, что все-таки это вступление. Критический удар. Очень хорошо. Так это что такое? Священное пламя? Подожгли его, не? Что это было вообще? 4 единицы урона получил. Ну, скажем так, посерединочке. Давайте уже руки Хадара-то посмотрим. Ёшки макарошки. В смысле ты... Ну вот это вот называется, как говорится, ты... Я в первый раз играю колдуном. И, собственно, оказывается, он урон наносит всем. Ну то есть здесь есть такая история, что некоторые заклинания, они... Ну, может быть, как говорится, friendly fire, так называемые. Но я сейчас фактически... Больше нанес урона своему пати, чем вообще там, этим. У меня эти... Да, это, конечно... Да, короче, колдун — это такая история. Там ему надо где-то в сторонке стоять от всей пати. И оттуда, как говорится, когда он тут начинает разворачивать свою артиллерию, там, то лучше не, под руку не лезть в это время.
Веселуха взял такой, усложнил всю историю ровно в два раза. Ну еще так веселей зато. Да. Блин, больше всех досталось этой командирши-то, которую никто командиром не назначал. Так, ну ладно, пьем банки. Так, они все сходили, да? По-моему, я уже, как говорится, из меня уже получается хороший командир. Меня все любят. Пришел такой, всем это самое навтыкал. Все поняли, что со мной лучше не связываться. Ладно. Давайте. А, лохи, у них не хватило. Пробежать-то пробежали, а они когда рывок делают, они пробегают быстро, а нанести урон не могут в конце хода. Офига, командир жалко-то 23 урона. Ой, здоровье осталось, 23 хп у нее. Двадцать пять процентов, почему? А, потому что мы близко стоим. Кстати, а что у нее за оружие это? Кинжал? Нет умения, нет умения. Топорик. С двух круг там можно фигачить? Вот, тогда вообще такой. В смысле? Давайте этим. Зараза, а? Кабан, а? Чё ты не наносишь урон-то ему? В смысле? Ну блин, а чё ты всё промахиваешься-то? Помрем тут все дружно. Ладно, не помрем. Да вроде все сходили. Я не понял, почему вот этот-то сходить не может. Почему? Знаю почему. Короче, вот почему-то по кабану он не может наносить урон. На следующем ходу должна наступить развязка. Промахнулся. Все. Давайте уже решать этого. Жалкого, жалко. Да ёшки-макарошки, ну. Чё, я не понял, два раза промахнулась, что ли? Или один раз только? Лутаем.
Броня, клинок. Ну, клинок-то вон, смотрите, сразу. Здесь вот у нее базовый 4... От 4 до 13 урона, а здесь от 6 до 19. Еще и плюс огнем наносит урон. Еще это у тебя недостаточно ресурсов. Ну ладно. Надо этого Элитида тоже кончать. Так. Стоим вплотную, чтобы ему было... Когда дальник стоит вплотную, он... у него штраф на нанесение урона становится. То есть мы его заблокировали. Ты еще ходить можешь? Мой маленький мозг. Что мы можем еще сделать? Кстати, наш нож себя полечить. Вот так нормально. Я хочу Элитида добить еще. Спасибо. Фига, при смерти главный персонаж. Ну, смотрите, это просто уровень сложности. Значит, история такая, что она где-то на несколько ходов, она будет такая типа в отключке. Если мы ее не воскресим, то она помрет. Но ее потом можно воскресить будет. Ну теперь, как говорится, ноги в руки. Появляются помощники. К вам это уже не поможет. Все подняли до того, как она померла. Можно бежать. Все движемся к выходу. Может, есть какие-то крутые ребята, которые еще умудряются и с этими посражаться, но я что-то не хочу на них тратить свое время, на этих, на тех чертей, которые появились. Программа максимум выполнена, за этого жалко дают ачивку, с него мы сняли офигенный лут, можно уходить.
В самом высоком уровне сложности люди проходят этот эпизод через кучу сейфлоудов. То есть там просто по-другому никак. Вот, там вообще все сложно. Но на самом деле не так все как, ну то есть там-то сложно. Часто мы вот здесь, как говорится, да, мы тут уже почти. То есть это нормальная история. Я вот сейчас, когда играю, у меня, допустим, частенько тут, в общем-то, они все такие полудохлые, или один или два легли. В общем-то, это такая нормальная история. Если во время боя вообще никто не лег, ну это значит вообще просто повезло. Причем так достаточно капитально. Они не успеют. Ну, это там уже, да, там этот. Зато типа будешь гордиться, что прошел на самом высоком уровне сложности. Шедухард ближе всех. Без разницы, кто добежит. Погнали. Кстати, это Shadow Heart нравится, такой симпатичный персонаж. Нормально так. В лицо прилетело из дракона. Я тоже считаю, что, ну, это уж просто так, кому хочется прям конкретного задротства. Ну, самый оптимальный вариант, кстати, средний, сбалансированный там и по сложности, и по всем. Ну, то есть и задротства не так уж много, но как бы и сложность такая достаточно, ну, скажем так, просто тебе надо будет чуть посерьезнее относиться к каждому бою, использовать все возможности, типа алхимия, там, всякая там, знаете... Например, есть же такое, что здесь же просто можно на голой силе проходить или на магии, а можно, например, бросить там что-нибудь, поджечь землю под ногами у противника или еще что-нибудь, вот такие всякие хитрые тактические приемы использовать. Ну, то есть режим рассказчика позволяет чуть попроще к этому относиться. Так. Как там? В небе над Фаеруном терпит крушение Наутилоид. 35-я серия, да, там как там, помните, было? Да? Еще. Котлета. Смотрите, опа. Что-то нас удержало. Ты пробуждаешься, личинка извивается у тебя в мозгу. Проверить, нет ли у тебя ранений и ссадин.
Если не считать паразитов, с тобой все в относительном порядке. Просто чудо, учитывая все, что было до этого. Но радоваться рано, надо срочно найти... Я успеваю читать что-то больно быстро. Я не понимаю, английский язык он короче, что ли? Но радоваться рано, надо срочно найти того, кто тебе поможет. Личинка — это смертный приговор, и часики тикают. Нужно найти исцеление. Вот что я не успел прочитать. Сколько нам осталось до второго уровня? О, новый уровень уже. Тут всего 12 уровней в игре, то есть максимум 12 кап на 12 уровне. Так, сейчас мы станем посильнее. Что бы нам выбрать? Значит, пылающие руки. Это урон. Контроль, приворот гуманоида. Приказ тоже контроль. Поспешное отступление. Это тактика. Можно... Совершить рывок до окончания действия заклинаний. Адское возмездие. Это урон. Сглаз — это у нас дебафы. Защита от зла и добра — это бафы. Ведьмовской разряд. Ну, это, кстати, маги используют с первого уровня. Вот эти волшебники. Пять метров. Ну, типа, мы накладываем на себя. Если нас атакуют, то противник получает ответный урон. Это мы сразу... Давайте пока это возьмем. Так, потусторонние инвокации. Изучая оккультные науки, вы обнаружили потусторонние инвокации, фрагменты запретных знаний, наделяющие вас магическими способностями. Можно выбрать до двух вариантов. Хочу игру ужас, что со мной? Ха-ха. Вот так вот. Так. Тут уже знаешь, сколько целая толпа желающих. Ну, имеется в виду, что и многим нравится. Так, давайте посмотрим, что можно выбрать. А это пассивки. Угу. Мучительный взрыв. Когда вы используете потусторонний разряд, добавьте ваш модификатор харизмы к урону при попадании, если он не является отрицательным. Потусторонний разряд. А у нас есть вообще такое? Что-то не припомню. Ну-ка. Почему мы ополченец? Мы выбрали ополченца, что я не, что-то я не помню. Ну, ладно. Броня теней. Звериная речь, можно разговаривать с животными. Тут реально можно разговаривать с животными. Варвары могут, например, разговаривать. Друиды.
Но можно вот еще нашего колдуна обучить этому. Чарующее влияние увеличивает. Получаете умение в навыках обмана и убеждения. Дьявольское зрение. Отлично. Вы можете отлично видеть в темноте, как обычной, так и магической, на расстоянии до 24 метров. Энергия бестии – это дополнительные очки здоровья. Вы можете использовать изменение облика на себя в любое время, не тратя ячейку заклинания. Но можно превратиться в кого угодно. Единство с тенями. Вы изучаете заклинание единства с тенями. Это, видимо, что-то связанное со стелсом. Это к урону. Ну, всегда ж хорошо внести разнообразие. Я, например, с удовольствием сейчас Baldur's Gate прохожу. Как раз потому, что, честно говоря, Elder Scrolls Online немножко меня утомил. Тут что-то у нас какая-то череда была этих всевозможных этих фестивалей, там этих ивентов, и что-то я устал от этого. А здесь в пошаговом режиме-то на самом деле, как говорится, бои-то по большому счету на таком на расслабоне происходят. Ты как бы как в шахматную партию играешь. Ну, такая у меня происходит ассоциация. Я чарующее влияние возьму для того, чтобы диалоги было проще проходить. Больше вариантов для положительного прохождения диалога было. И возьму... Ну, вот возьму энергию бестии. Больше очков здоровья, больше шансов на выживание. Ну чё, народ, как вам нравится прохождение? Значит, мы находимся там, где упал этот... О, Shadow Heart. Привет. Чё это мы тут лежим? Команда лежать... Команды лежать не было. Подъем. Так. Растолкать ее, попытаться достать артефакт. Мне кажется, ей это не понравится. Она не обрадуется, что мы хотим взять ее артефакт. Давайте мы ее просто разбудим. Ты жива? Я жива. Как такое возможно? True. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. The nothing. Ну, типа, это не важно, главное, мы живы. Да уж, судя по тому, сколько трупов здесь разбросано, нам очень повезло. Я помню корабль, помню, как он падал, а после ничего. Есть идея, где мы находимся? Нет. Я не узнаю этих мест, но все лучше, чем тот корабль. Надо действовать по порядку. Сперва мы должны найти припасы, крышу над головой.
Спастись мы, может, и спаслись, но эти твари из наших голов никуда не делись. В общем, нам игра намекает, что нам нужно разобраться, где мы находимся, и заняться тем, чтобы, так сказать, вывести паразитов. Значит, варианты продолжения диалога. Мы, хочешь сказать, ты готова составлять мне компанию и дальше? Второй вариант. А что стало с нашей подругой Гитиянкой? И третий. И правда. Так что мне надо поторапливаться. Прощай. После чего мы расстанемся. Может быть, она где-то и будет попадаться, но уже в отряд ее взять нельзя будет. Так что мы берем, конечно, первый вариант. Мы нуждаемся друг в друге и оба знаем, что на кону. По-моему, более чем уместная компания. Ладно, пошли тогда. И еще одно. Пока мы здесь, спасибо тебе еще раз за то, что освободила меня. Никто не заставлял тебя возиться с моей капсулой, и все же я этого не забуду. Показывай дорогу. Так, теперь с Shadow Heart надо разобраться с ее новым уровнем. Сладкий дестрой, да, мне очень нравится, и я теперь хочу... О, видите, как я вас всех тут наманил. Но у меня стратегического мышления, дальше идет очень большая цифра, 0 в периоде, там когда, после запятой, а тактического на 2 сотые меньше. Ладно, ты как всегда на себя наговариваешь. Забавно, что у мага из-за спины торчит огромный топор. Мне тоже это не особенно нравится, но пока другого оружия нет. Спутница полуэльф. По-моему, она полуэльф, да. А да, высший полуэльф. У них у всех, у персонажей, ну вот этих вот, у спутников, у них свои истории. Они будут вам ее постепенно рассказывать, в зависимости от расположения к вам. Если им будет нравиться то, что вы делаете, они же еще будут оценивать ваши все эти поступки. То чем больше расположение, тем они начнут с вами делиться своими тайнами. И у них тут свои целые сюжеты, там, как говорится, на... Ну, это вот как у нас со спутниками в ТСО, чтобы было понятно. Только, мне кажется, немного поглубже сюжетной линии. Ну, собственно, нам даже особо здесь и выбирать нечего. Тут само все выбралось. Так что едем дальше. Ну, как бы у нас она по происхождению... ополченцем была вообще. То есть она там владеет практически любыми видами оружия. Так. Ну вот, коротким мечом не владеет. Можно снять этот топор, он нафиг не нужен. Пускай с кинжалом бегает. Пойдем. Лечилочка. Это что такое? Старая мягкая шляпа. Ну-ка. Как вам такой вариант? Снимите эту или нормально? У нас-то тоже, кстати, полуэльф, только лесной. Нормально. Я тоже так думаю. Настоящий авантюрист. Что это такое? В общем, здесь очень много всего. А, вот, кстати, вот это.
Рыба, припасы. Это нам, чтобы лагерь разбить, нужны припасы. Пресная вода, значит, рядом должно быть жилье. Книжку можно читать. Но я уж, с вашего позволения, не буду этого делать. Письмо надушенное. Короче. Что-то про любовь. Любовь, похожую на сон. Ну, можно, в принципе, все книги читать, письма и все такое. Я уже вот это вступление прохожу, наверное, четвертый раз, наверное. Я, так сказать, не буду уж книги и письма читать, такие тем более не принципиальные. Оставлю вам для вашего прохождения. Так, сейчас у нас будет Махач. Есть, наверное, выживший кто-нибудь. Я не пойду я туда, там могу сгореть. Так. Ну, это слабенькие уродцы. Так, а у нас тут... О, пылающие руки. Как раз мы только что получили это заклинание. О, видали, это конусная атака. Сейчас будет больно. И ничего нету. Вот. Кстати, можно прыгнуть. Ну ладно, мы добежим. Я полумертвый. Вот видите, у него здесь что-то? Здесь наверняка это поджечь можно было. Ну ладно. Вот зараза. А чё ты не помер? Ладно, мимо тебя пробежим. Как ты посмел? Я так понял, что она постоянно получает дополнительные очки. У нее кроме 25 здоровья и еще плюс 5 очков здоровья сверху. И это на втором уровне, представляете, что там будет там на пятом, шестом уровне. Там нормально так увеличивается за каждый уровень-то. То есть она такая будет достаточно живучая. Я не знаю даже. Но я выведу ее из-под огня-то. Чтобы этот не успел добежать. Скай Шедоу Харта такое. У нее броня получше. Что-то она сказала. А, Shadow Heart говорит, ты хорошо дерешься, возможно, наше выживание не такая уж туманная перспектива. Спасибо. Grand Merci. Так. Короткий привал мы можем сделать. Это для того, чтобы восстановить очки здоровья и некоторые умения. Вот все, мы теперь готовы дальше идти спасать мир. Неплохо.
49 золота. Так, а рапирку-то она может? Нет. Только кинжики. Кстати, легкий арбалет там можно поставить. Прикиньте, у них у этих у элитидов получается биоинженерия, да? У них же получается такое полумеханическое, полубиологическое что-то все. Обычный яд. Ну вот, можно нанести на оружие. Или бросить кому-нибудь в лицо его. О, пойдемте, сейчас будем. Сейчас будет интересно. Вот можно собирать эти всякие белладонна, тростник. Это для того, чтобы создавать всякие алхимические там эти лечилки, бафалки. Ну, в общем, как всегда все. Надо вернуться сюда будет. Довольно скоро. Так. Заперто. Что-то дороговато как-то. Я, по-моему... Я тебе потом подскажу, я брал нормально там этот, за 2300 я брал. 5000 это не нормально. За 2300 можно взять. А ну, насчет этого не знаю, конечно. Но ключ-то он везде одинаковый, какая разница, или нет? Может, я не... Может, я что, не догоняю, конечно. А, смотрите, сейчас у нас будет... Интересная встреча. Скорее, я загнал в ловушку одного из этих мозготварей. Вон там, в траве. Ты можешь ее убить, а остальных-то сумела? Та старион какой-то. Сам убивай, судя по виду, тебе это вполне по силам. А я-то рассчитывал на твою доброту. Что ж, ладно. Вот так вот. Так, ловкость. Быстро откатиться прочь. Сила у нас точно не прокатит. Давайте попробуем ловкость. Да. Сюжет пошел по интересному, по, как говорится, варианту. Тихо, тихо, ни слова. Ты же не хочешь, чтобы я порезал твою нежную шейку? А ты лучше держись-ка подальше. Мы же не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал. Она мне нужна живой. Убери клинок, или пострадаешь ты. Какие заманчивые обещания, но флирт по боку. Теперь отвечай. Это же тебя я видел на корабле Кивани. Кивани. Прекрасно. А теперь выкладывай, что вы сделали со мной, ты и твои дружки со щупальцами. —
Ты все перепутал, меня они взяли в плен так же, как и тебя. Не смей мне лгать, я... Твой разум содрогается, ты смотришь на мир чужими глазами, кругом темные людные улицы. Ты пытаешься уцепиться за это воспоминание, но оно тает. Свет, страх... Это что было? Что происходит? Это мозгоедская личинка, она нас соединила. Ты не из них. Тебя похитили, так же, как и меня. А я-то собирался украсить окрестности твоими кишками. Приношу свои извинения. Я, конечно, не могу озвучить его настолько, насколько он тут манерный весь такой, этот товарищ. Он всем девчонкам нравится почему-то по отзывам в интернете. Ну, понятно почему. Извинения принимаются, на том месте я бы, возможно, поступила так же. Главное, теперь мы друг друга поняли, и третье, по-моему, одних извинений недостаточно. Давайте третий вариант выберем. Прости, вино и цветочки закончились, могу только представиться. Меня зовут Астарион. Я был во вратах Балдура, когда эти твари меня зацапали. Балдурец, представиться, ты ведь тоже родом из врат Балдура? Вот как? Сдается мне, мы в разных кругах вращаемся. Так тебе, значит, уже кое-что известно об этих червяках? Да. К сожалению, они превратят нас в элитидов. Превратят нас... Ну, конечно, паразит превратит меня в чудовище, как же иначе? Но пока этого не случилось, если мы отыщем спеца кого-то, кто способен контролировать этих тварей, мы выгадаем время. Почему бы тебе не пойти со мной, вместе у нас больше шансов? Знаешь, я думал совсем разобраться один, но, возможно, влиться в стадо не самая плохая идея. В стадо. А ты, по виду, можешь за себя постоять. Ладно, я согласен. Веди. Вот у нас к пати присоединяется персонаж Плут. Который у нас будет взламывать все подряд. Высший эльф. Вот. Все, да? Так, надо ему отдать эти... инструменты для взлома. Саперный набор Астариона. Морские инструменты тоже. Так. У нас была, помните, отметка на карте заперта. Лучший, как говорится, член нашего отряда. Вот без него вообще нельзя никуда ходить, к сожалению. Но если только вы сами за Плута не играете. Ну, тут весь взлом у него, смотрите, тут... Воровские инструменты, ловкость плюс 3, ловкость рук умения плюс 4, ловкость рук мастерство плюс 4.
В общем, сразу суммарный бонус плюс 11, да плюс еще Shadow Heart может ему добавить. Но здесь настолько простой замок, что я не буду тратить бонус. Я не знаю, как тут надо, что нужно выбросить. 18 выбросил. 21, 29. Ну, то есть понятно, да, этот товарищ умеет взламывать все. Ну, правда, будут потом сундуки особенно крутые с классом сложности и 30, но и с ними можно справиться. Открыто. Смотрим. Кожаный шлем и золото. Не знаю, надо ему кожаный шлем-то надевать. Ловкость плюс один, в принципе, но... Можно шлем, конечно, скрыть. Но он останется. Все как положено. Так. Пойдемте-ка сюда сходим. Ну, как вы можете догадаться, я как бы уже знаю, куда идти, чтобы, как говорится, поэтому я быстро его нашел. Возможно, вам бы пришлось чуть подольше побегать. Хотя тут простое исследование локаций приводит к тому, что рано или поздно ты натолкнешься на все, что тут скрыто. Ну или не натолкнешься, тогда в следующее прохождение. Гляди-ка, свежеватель разума, он жив. Эта тварь опасна даже раненой. Вот эти элитиды их свежевателями разума называют еще. Приближаешься к умирающему чудовищу, эта тварь тебя и похитила. Ты можешь прикончить ее прямо сейчас, но почему-то чувствуешь сострадание. Сострадание? Это, видимо, из-за червяка в голове. Податься чувству? Нет, это неправильно. Нет, ты же... Тебе же полагается быть в ярости, разве не так? Да, ты чувствуешь ненависть. И за это заслуживаешь наказание. Тебя нужно выпороть и заставить преклонить колено перед созданием. Он царит в твоем разуме, заставляя полюбить его. Но чувство вдруг пропадает, видно, мысли существа обратились к чему-то другому. Сосредоточиться на его мыслях. Ваши сознания сливаются, жаждая чего-то, чего больше нет. Внезапно твой разум вновь стискивая чуждая воля принуждает тебя к подчинению. Ему требуется пища для выживания, и твое тело может стать ею. О, как. Поддаться чувству, склониться как для поцелуя, но мы выберем вариант мудрость. Всеми силами противостоять атаке на свой разум. Опять проверочка идет. Да ладно. Интересно. Хотя у нас, наверное, будет повторный бросок. Нет? У меня такого варианта не было. То есть, ну, прикиньте, тут, короче, на самом деле вариантов прохождения очень много. На самом деле, я когда проходил... Я как бы вот такого варианта с неудачей, что я должен был сопротивляться ему, и проиграл бы у меня не было. Мне даже самому интересно, чем это все закончится. Теплые влажные щупальца обхватывают твою голову и впервые в жизни. Ты чувствуешь полное блаженство. Ну зашибись, он выжил, что ли? Конец игры, ваш отряд разгромлен. Вот так, ребята. Офигенно. Вот так. Можно закончить игру. Все, игра закончена.
Я такого варианта не видел. Я проходил это 3 раза разными персонажами. Все заканчивалось тем, что эта тварь подыхала от хорошего моего пенделя. Видите, как может быть? То есть просто придется переигрывать, а это значит, что просто он ожил, убив всех. То есть вот такой вариант. То есть в этой игре можно погибнуть полностью. Интересно, где последний раз сохранялся? Блин, да вы прикалываетесь, что ли? Короче, вот нужно перед всякими такими вот встречами и всеми остальными, нужно, конечно, сохраняться. Потому что получается, что мы еще и... Последний раз я сохранялся еще до встречи со Старионом. У меня заканчивался этот разговор. У меня мой полуорк ему сапогом своим, как говорится, башку раздавил, и все, и пошел дальше. Короче, вот хороший совет: сохраняйтесь перед каждым серьезным каким-то диалогом. То есть, если видите, что впереди стоят какие-то фигуры персонажей неизвестных, или лежит, кто-то сидит, стоит, скорее всего, может, начнется катсцена, и вы. Хотя можно было сохраниться на любом этапе катсцен. По-моему, там во время диалога даже можно F5 нажимать. Просто мне сейчас столько отыгрывать придется. Как-то вот так. Ну, мы можем, конечно, по-быстрому. Ну что, народ, давайте принимать решение. Будем переигрывать это все или на сегодня заканчиваем с этим всем. В принципе, стрим почти 3 часа идет. Но я мог бы еще, конечно, постримить. Ну, часик. Но, если честно, я бы не, как бы, это интересно, но мне еще раз переигрывать вот это все прямо сейчас, что-то я реально влом, поскольку я даже дальше уже знаю, что там будет. Но поэтому, наверное, на этом мы и закончим. Хотя это вот действительно интересно. То есть я считаю, это хорошая история с тем, что я не ожидал, что так закончится, честно говоря. Что, ну, прям в самом начале игры можно просто умереть и все. Ну, то есть это, ну, такое попахивает, как говорится, старой школой. Так сказать, в хорошем смысле попахивает. Ну, я надеюсь, вам понравилось. Это, так скажем, вступление. Я вам показал, как эта игра устроена, что от нее ожидать. В принципе, дальше вот все будет в таком же духе. Нужно будет постоянно что-то делать, что-то как-то проходить, разговаривать. Это, кстати, диалогов, наверное, даже больше, чем сражений. Вот, изучение мира тут, эксплоринга тоже много. От себя могу сказать, что, например, мы могли бы, например, вот это вот разговор с Иллитидом, тебя может, ну, то есть с любым другим персонажем может проходить любой член твоего пати, как говорится. То есть ты можешь диалоги проходить не только главным героем. Возьмешь, пройдешь за Shadow Heart этот диалог. Может, у нее бы бросок бы на какую-нибудь проверку прошел бы лучше. У меня был там какой-то сюжет, где у меня в пати волшебник лучше справился со всеми заданиями, чем мой главный герой полуорк, который только хорошо умеет давать 7 пенделей. Ну а там, где нужен был интеллект, конечно, справился с этим волшебник лучше. То есть ты можешь жонглировать своими персонажами, теми, которые входят в твою пати, и проходить разными вариантами. А можешь не жонглировать, можешь тупо, я варвар, я ничего не умею. Там, и смотреть на то, как он будет там, как говорится, проваливать какие-то проверки на интеллект, на мудрость и на все такое. Ну, я очень рад, что вам понравилось. Надеюсь, у вас найдется возможность поиграть в это во все. Вот. В самом деле, игра стоящая. Такие игры выходят редко. Игра событие.
как говорится, веховое такое, скажем, такое событие, действительно. С достаточно не очень крупным бюджетом и небольшая студия умудрилась сделать игру, которая, в общем-то, зачаровала очень многих людей. Они садятся, играют, получают удовольствие. Вот. Как-то так. Надеюсь, вам все понравилось сегодня. Мне тоже. Я был рад с вами пообщаться, показать вам эту... показать вам эту игру. Если заметили, даже немного уже тут начитался. Что-то у меня горло немного подсело, но так что можно уже и заканчивать потихоньку. А то еще голос потеряю. Командирский. Ладно. Спасибо вам большое за компанию. Все, увидимся в Дискорде. Вот, до скорых встреч на других стримах. Может быть, как-нибудь продолжим прохождение Baldur's Gate этого, или еще во что-нибудь поиграем. Ну и, конечно, наша любимая ТСО никуда не девается. Все, хороших выходных, увидимся. Дальше уже в Дискорде будем общаться. До следующего стрима. Всем пока.